В королевстве, где все тихо и складно, где ни войны, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь огромадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем дикий страх наводил. А тем временем зверюга ужасный коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверя надобно одолеть наконец, и кто отважится на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, так прямо наискосок, в бесшабашной желтоске и гусарстве, бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пили воды, пели песни, и тут протрубили во дворце трубадуры: хвать стрелка и во дворец барлакут. И король ему прокашлял: и не буду я читать тебе морали, юнец. Но вот если к завтра и победишь чудо-юдо, вот то принцессу поведешь под венец. А стрелок: дай-то что за награда, мне бы выкатить портвейну бадью. А принцесса мне и даром не надо, чудо-юдо я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебя рыство и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, да хоть убей, не возьму. И пока он с ним вот так припирался, съел почти уже всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего, портвейн отспорил, чудо-юду победил и убег. Вот так принцесс королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок.